Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы с вами проходим игру. Здравствуйте. Максимальная боль. Три. Ой, выключи у меня будильник. Вот Максимка у нас стоит, уже ждет наготове. Так. Как валенца. Так. Ну, дайте я пока нажму загрузить. Господи, как же она орёт. Кто не слышал, привет, потому что я не знаю. Я забыл, что здесь игра, когда громче. Вот мы где. Смотри, чутились, смотри, Димка. Это у нас троечка. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe DeSilva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Приятный аппетит. Пожелайте мне? Приятный. Ну, пошли. Всем-то кушать сейчас приятно. Так. Продолжаем. Сразу же заходим вот сюда. Здесь где-то есть. Или вот здесь, что ли? Нет, где-то здесь просто был. Или здесь, что ли? Подождите, ребята. По-моему, все-таки вот здесь. Смотрите, какие локации. Напоминает Херок 3. Не-не-не, где-то здесь было оружие золотое, по-моему. Если я не ошибаюсь. Что будем проходить? Кстати, надеюсь, вы уже заметили, что у нас в канале произошли небольшие изменения. Небольшие. Аж название поменяли. Теперь у нас кексик шоу. Поэтому не забывайте. Да. Вот. И да, ой. Они тут кого-то кремируют. Так. У нас здесь пистолет. Ни хрена себе, посмотри, какой глушитель. Как бутылку надели. Either those guys wheeled their trash out on stretchers. Ага, мусор они уносили. Конечно, мусор, Макс Пенберг. Тут невооруженным глазом видно, что там уносили. Невооруженным глазиком. Ну что у нас здесь есть? You can't unsee Уфей. Was there anything they didn't have a grubby hand in? Two days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. Ты же не знаешь, что я в прошлый перемещался, наверное. Такс. Открываем халупочку. Халупочку открываем. Такс. The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shit. Пятизвездочный номер. Да, ну здесь, короче, как бы устроен, по-моему, да? Checking out by the bag load. Или нет? Да, по-моему. Maybe the service would be better. Возможно, наверху будет обслуживание получше. Ну да. Вау, мы так быстро. Пятый этаж. Приехали быстренько. Смотри. Так. Так, Макс завязал с бухлом, но... Слушайте, а здесь, по-моему, шину можно пройти, если я не ошибаюсь, но мы уже на шинели. Это что, гранатомёт, что ли, подствольный? Димка, сейчас будет бу-бу-бу. Кто где? Да, высунись мне, только покажите. Вот, смотри, смотри. А это, смотрите, я же говорю, механик стрельбись, как GTA 5. Еще не так, как GTA 5. Давно, блин. Я же, ну да, не только такое оружие, я тут устроил. Тысяча убийств уже совершено. Это какой-то не слишком. Что-то я из себя решил заодно это. Порешалишь. А то я сейчас тебе такую прибушку отвечу. 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 Посплачь. Теперь их очередь расчленить.
3 грамма. Возьму сейчас. И все так быстро прорыв. А в голову кому-то попал? Главное себя опять не убить. А то сейчас доделаюсь. Опять самоубийство. Лучше в голову. На цельском пьет. Если в голову попадешь, что будет? Черт. Ну, может разорвет. Ну, надо измедать это оружие. Иди, иди. Ну вот, по идее, сейчас им прям башку. Стальной череп. Спит отдыхает, где-то в башках. Бля! Макс, упади, не попить решил. Пись, пись. Это что-то я свалился. Видел силуэт Макса? Я тебе же не ударил. Все, все, можно хватит. Можно я тебе маленький? Нет, нет. Нельзя. Можно, знаешь, как ты сейчас идёшь? Что-то... Успокойся. Эй, почему... Где миссия стелса можно было бы забрать? Ну, мужик, конечно, мы не пройдем. Мужик не пройдет, это мужик не пройдет, это мужик не пройдет. Оплеуху. Чтобы хотел гранату оплеуху. Это не тебе так. Ху. Маленький, да? Кто-то с балкончика полетел. Нет, живой. Живой? Чуть-чуть. Сори, дядя. Выброшу. Другой балкон. Упугай. Надо туда будет что-нибудь ставить. Все патроны закончились. Не оставить. Правда, может быть. Курлык! Так. Открываем. Какое-то бездисциплинное. Сутенерская тык. Глазик. Носик, скажи, носик заболел. Какой у него носик? Носик заболел. Он упал, у него носик заболел. Не болел. Вот я заебал пробег. Профилактическую. Топлю. Не так, как сверху. Вау, что для пушки. Это же ружье. Это охота на уток. Все такое. Тынь-тынь-тынь-тынь. Коврик! 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 И патрон-то немного, блин. Соплюху ему. Подержали. Ой! Ой! Ты гной. Золотой пушечка. А ты будешь с АВМ тут ходить? А, какой я? АВМ. Пам, 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 пам. Пам! Спускайся. Спускаться надо? Да. Ты же понятно, что не я. Да. Черт, это не люблю в этой игре. Игра в первом лице включилась. Ну, смотри, смотри, смотри. О, так вот она, че, Рокстар. Это разоблачение нас сегодня учили. А, сейчас начнется. А там по-любому, значит, есть что-то. Да нет, здесь как-то нужно. Я не знаю, что нам делать, какой дебил придет. Ну как? Ну как? Попробуй просто. Дай жопой. А просто не получится. Спину сейчас сломал, крутится даже.
я придумал, Дайк. Чего? Ну подожди-то, может быть здесь что-нибудь есть? Да нет, я придумал, дай. Да чего? Сейчас. Да не уху. Блин. Здесь как-то наверняка можно спрыгать. А давай посмотрим в настройки. А, управление. Креатура. Прыжок. Да прыжок-то один. Тут граната есть? Чего не пользуйся как-то? Присесть, лечь, ну это я знаю. Можешь взаимодействовать надо. Ближний бой. Ну, это не, это не для нас укрытие. Ну, перепрыгнуть. А, спринт и пробег. Стоп, 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 стоп. На Е. А я тут все си... Это кто сейчас, картина что ли стреляла? Ты чё, совсем что ли сдурела? Колымага, блин. Кто там стрелял-то, я не понял. Passes his ID card. Pass. No great surprise he made their hit list, but to discover he was really Colombian. Pass. No wonder some locals seem to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Про что мне еще сорвало этот пиздю? Будем его мочить. Так. Найди. Трупах подвинься. Смотри. Блин. Сейчас взорвется эта херня. Прижим пустыли? Устал все, кстати. А? Ну, по идее, у меня сейчас гранат. Нет, у меня нет гранат. Сир! Сир! Успите. Сир! Дайте вас плавно удобнее. О, да все, все. О, хорошо, залег. На века. Спидерчик. На века. Тунс, 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 тунс. Что-то у нас есть? Что-нибудь есть? Да тебе надо туда. Да я знаю, куда мне надо. Припрыгнуть. А, здесь надо было этого схерачить. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Давай, брутально открываем дверь. У тебя же нет ось! Подожди, сейчас разгон, подожди, башкой, башкой. А тебе надо было так влететь. Давай ты сейчас умрёшь. Да, а, жопу, я понял. Тебе надо было так влететь. Давай ты сейчас умрёшь. Или уже сейф будет. Ну, уже сейф. А, чтобы дверь открыть? Да. Башкой? Ну, одна бы открылась. Значит, здесь, ребята, будет золотое. Подожди. Здесь что-то есть. Жопу чую. Джеймс Артур тут сидит. Джеймс Артур. Уфей. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Взял, положил. А на кой черт я разбил? Наследство оставил. We just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. Господин Де Сильва, вы. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. Сейчас у нас миссия, наверное, сегодня месяц сразу же пойдем. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Пойдешь? Я думал, это зомбаки. Я думал, это Splinter Cell. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. Мазафака. А, это... Это так, это... Serrano. He looked pathetic, a man defeated. Sharon. I walked away and left him to his own personal nightmare. Я его где-то видел. Он был... А, да? Серьезно? Взял открыл, такой, смотри, чего у тебя с глушаком стало. Ну, где-то. Так. Смотри, чего у тебя с глушаком. Его убил.
Где херня? Ушак не мой. I had no choice but to push on. Хотя нет, мой. I didn't understand everything, and I never would. But I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled by a simple solution. Это оператор, понимаешь? Так, а кто играет? Да нет, не стал. Посмотри, что у тебя с глушителем. Чего? Его разорвало. Вон тут пушка рядом. Да? Где моя пушка-то? Я полежу, да? И вас пока просто. Я пока. Че? Ну дайте, сиди. В смысле? Видишь, что я лежу? Я вот хорошо лежу, по-моему. А ты думал, я пошел дальше? Смотри, как ножка, нога за ногу. Ну а чё, кто на меня? Скорее, нога за ногу. Не то, что ли? Слабо. Это Димка, на самом деле. О, это было жестоко. Давай стекло выбьем головой. А можно уже убивал хуй? Кто захочет, то есть. Да выбить-то можно. О, это будет жестоко. Вообще-то дверь тебя хуй расчищает. Я открою спокойно. А, это какой-то Тадж-Махал. Тадж-Махал! Стол двигаешься. Сейчас выбежит он оттуда выбежит. Я знаю, я помню. А ты тоже помнишь? Да. И пройти не так не можно. Хай, ну хай. В пролетал. Все, я тебя отдыхаю. Нет. Блин, стоп, он думал, что я пошел лежать, да? Следующий миссию пускай. А, вот это вот я помню на место. Сударь, можно поспать. Все будет. Сурисы из лодки избить все. Опа. Не ожидал, что не ожидал. Десилва was no fool. I'd have driven off the sunset if I were him. But I was in too far now. Потом. Скажи, это фи. Если был фи, все бы... Ты что, золотое оружие ищешь? Теперь как я побираешься уже. Ну, четко. Да, о, о, о. А, они человечину продают. Скажи. Ой. Ах, ты ж свинья, блядь, продаж, деньги какие-то. Ну все. А, вот Сера. Она сейчас убьет. Да? Сера сейчас его убьет. Да. А, он, по-моему, топором укинет. Да? Да. Pelo amor de Deus! E aí, Totô? Achei uma coisa. Achei uma coisa. All Serrano owed me. He paid enough. For now, I have no debts to call in. А где Сера? Хочу забрать. Сера. Сера. Ты слышишь, что сказал Сера? Ну-ка, беги назад. Вот этот кнопку нажму. This is messed up.
Почему у меня патрон кончен? За дверь. Вон там дверь, может, головой было видеть. Вот это? Да. Лифт открывает. У меня пушек нету. Надо было эпично пленить. У меня вообще оружия нету. Вон молотком херачит. Сиська 4. Ну, тогда как вариант. Да, даже не могу ходить по всем пределам. Здравствуйте. Он сказал здрасте. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. Короче, он сейчас возьмет взрывчатку. О, Макс, ты снарядился патроны? О, Макс, не снарядился. Да вон там пули. Где? Где он был? Да? All evidence for De Silva. Ну, да, пули здесь есть. Ой, что? Ой, что тут делается? Это миссия называется. Ой, что тут делается? I had to hurry up before more of those assholes showed up. Ну что ж. Ты надеюсь, сегодня спать ночью лежишь? Не знаю. А ты что сказал, что ты? Не знаю. Помоешь? Не знаю. Это плотная обезьяна. Я твой канал никак не находил. Обезьяна, потому что ты так... мне ссылочку скинешь в ВК. Я подпишусь к ней. А по-моему отсюда мы пришли. Пиши, не надо жидким быть. А, действительно. Да около каждой крышки салона. Крышки. Я хочу тут два, я хочу здесь столько убивать. Друзья, я хочу еще купить. Видите, кровожадный новый. Все. Ну там слава. Снайпера. А тут у тебя АВМ. Так, в итоге кто он взял? А, ну вот он. Я с АВМ очки хочу. Роловчик сюда! Ну, много он не упадет, когда я его не упадет. Оплеуху ему ответить, все. Все? Только на следующий этой винтовки не будет, не советую тебе. На секунду. Я хочу со своей любимой. Максим, ты бы был один будет. Побреди меня. Блин. Где? Where is the fucking... Where is the fucking где? Я думаю, там у чувака пушка стоит. Молоко. Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Открой дверь, сучка. Оплюху. Оплюху. И так он откуда клонил. И полежал. Еще не все заложил. Да. Один красный вот заложил. Вон второй. Да, блин. Вижу я. Вон третий. Нет. Что типичный дом. Блин. Он не может падать. Или будет. Вот это? Нет. А. Максим, к ней еще идти. Как его? Перегонка. Побрился. Поджарил. Опа.
That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Ну, я помню эту миссию, сейчас он все взорвет, надо будет до вертолета бежать. See what this is? Come on, anybody? Wanna be a hero? I got nothing. Только аккуратно, не попадешь вот в эти, а то они взрываются, и убил. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You're a proper American hero. At least I fucking try. Well done, Manafort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Ба-да-да-да-да! Ты что, рухнут здесь, что ли, сверху? Тебе надо успеть все время убить. Это какое же время? Тут надо время будет устанавливать очень интересно. Не вижу, что еще вертолет, я даже не успею. Куда бежать-то, да? Да. Только аккуратно. Тут меня сейчас не долбанут. Ой, не гнуди, нормально. Не бегу. Да. А сейчас его я попозже. О, здесь просто. Да? О, что за пушка? Что нами будет? Да, я что-то не знаю. Ой, где мелко? Короче, очень много. Ой, что-то как горело. А, помню, что-то не знаю. Здоровенный, что ли. Плохо. Я его в голову. Достижечка. Максим понес. Раздолбанет все. Nice to see your happy tourist smiling. Все, готов. Fuck are you doing here? I came back. I can see that. Why? To save you. Oh, yeah, real hero. Listen, now come with me, Max, to Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my boss and brothers hatched. To profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into using the purse strings and the family money. Well,
They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Как это были поглажки? Later. Now, let's go. Как это погнуто? This thing works. Ага. Сейчас я думал, правда будет. Дом падает. Раз. Развайдем. Ну, неплохо упал, если бы это была борта. Злобный лысый жердяй. У нас следующая глава. Так. I'm sorry, I couldn't save your sister. I was there, it wasn't your... I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance. Сейчас будет полицейский участок. I mean, as a Макс сейчас схватит. I hope it all works out for you. Ну да, тебе сдали меня. Thank you. Don't be too long. Макс настигнет. Как герой. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know. Maybe back to New York. Maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Я думаю, ты снимаешь. Ты чё? I know it was very wrong. А мы поедем I thought I was going to have to witness another murder. Ну, на самом деле, в доме. Not him. You ready? I guess. Нормально, добрый цирк, полицейский нас даст. I've looked through this information you gathered. Не, не блядь. It's not very nice. Наоборот, не поможет. What is it? It's the Ufe. Это мы сидим дыхали. Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. Yes. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Mm, sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be. Потому что Макс бывший полицейский, если что. Well, officially there's nothing I can do. Бывший полицейский был. Unofficially. На второй части шкопа был. Вспомни, там полицейский участок. Он сейчас смотрит Сакс. Скажи, зачем так много? Точно, мои целые. А может пройдем? The Silva had promised me a 10 o'clock showcase. Ну, не важно. Перми, хочу перми. Ready for my close-up. Здравствуйте. А, он сдался сам. Дига Беккер. Кейвин Параэли. Вот так вот нашего героя арестовали и вели. А вот следующую серию, ребята, будете смотреть с моим братишкой Димкой. Так что подписывайтесь на канал Кексик, хотел сказать Сексик, Кексик Шоу. Ну, увидимся с вами в следующих, собственно говоря, сериях. Всем пока.